Доброе утро, дамы и господа. Сразу хочу поблагодарить вас за помощь, ребят, в покупке штатива. Штатив и по колесу. Ну, колесо я еще не заказывал, потому что что-то я не могу там разобраться. Но закажу. А штатив вот такой вот. Ну, там еще поднимается. Ну, вроде как профессиональный, что ли, что-то такое. Короче, такой нормальный штатив, я думаю, хватит мне его надолго. Ставится и видеокамера можно поставить, и фотокамеру, короче, ну, можно сюда понаставить много чего. Я вчера закрутил баночку помидор, но что-то торопился, что ли, или что, и забыл, блин, лить туда немножко уксуса. Ну, не знаю, что. Вчера вечером лежал, вспомнил. Думаю, ну что ты будешь делать, блин, одни проблемы. Ну, посмотрим. Взорвется. Приготовил вчера картошку с мясом, тушил. Вот. Ну, сходил, помидор нарвал. Баклажанов, там еще баклажанов что-то. То нету. Стоило мне уйти. На недельку и все. Повырастало, трава повырастала, все повырастало. Травы прям вообще валом. Короче, работы валом сейчас. В огороде. Что, ну помидоры. Зреют. Свекла, морковка. И все, ну и, и баклажаны. И капуста у меня там 4 вилка осталось. Я отдаю цыплятам. Ну. Хочу пожарить, ну опять сделать баклажанов пожарить. Помидоры я сейчас унесу. Поставлю. Вот, баклажаном, ну, пойду сейчас еще пособираю там, что есть. Ну, попережарю все это дело, да, заготовлю, может, баночку, две, не знаю, посмотрим, сколько получится. Вот. Пока только все поприготовил, всю посуду поперемыл, посуду там накопил, короче, гору. Вот, что еще? Ну, я вам показывал, да, что диск купил. Что-то еще. А, этот, пену он купил, надо запенить, пройтись тут. С той, с этой стороны, там запенить еще. В общем. Короче, делов хватает. Провода купил, вот, наверное, в гараж проводить. Провода. Лампочки. Старые. Я уже повесил их, висят, светят, дай бог. Вот. Ну и что, забором надо заниматься. Но на улице сейчас такая жара. Вообще вот это августовская. Земля прогретая. Дома уже попрогрелись. Кирпичи вон. В доме теплые. Вон, вообще жесть. Вот. Ну буду я заниматься. Сейчас. Я просто сегодня поздно встал. Вчера кино лежал, смотрел там часов до 12, наверное. А, до 11:30. А сегодня что-то мне так было лень. Вторые сутки. Отходим. Ушел я, конечно, немножко. Так, ну-ка ушли отсюда. Быстро на улицу. Ушел я, конечно, в этот раз что-то прям по-хорошему. Ну, ничего страшного. Бывает так иногда. Иногда так бывает. Ладно. Я буду готовить. Ну, а вы смотрите, буду показывать помаленько. Еще одна у меня новость. Курочки у меня занеслись. Прятали от меня яйца под этим. Ну, под... Как они называются-то? Под гнездами там. Я же сделал эту коробку большую там. 4 гнезда. Смотрю, 2 лежит. Забрал, а потом что-то ходил, там что-то делами какими-то занимался, смотрю, курочка одна туда, нырк. Я думаю, ну когда я подниму, вытащу. Поднимаю, там уже яиц штук 8 лежит. Вот. Думаю, ну молодцы, что, раз занеслись-то уже. Да, и петухов надо будет бить, и бройлеров бить. Бройлеры, ну, поднялись, начали подниматься. Купил им этот рост, вот на росте на этом, но сдохло 3 штуки.
Ну, сдохли. Я думал, ну, типа от роста, то, что, ну, перепад вот этой еды там. Не, я что-то сомневаюсь. Думаю, что скорее всего от жары, потому что жара стоит до ужаса. Воду меняю раза по два, по три на один бегаю. Вот. И скорее всего от жары, потому что я смотрю на них, они лежат аж вот так. Крылья. Ну, они еще и не ходят, если бы они двигались, другое дело. А так, видите, я их держу специально, чтобы они не ходили. Вот, ну ничего страшного, остальные вот 8 штук осталось, вроде крепкие, нормальные, посмотрим. Будем надеяться, что доживут до морозилки. Ладно, в общем, буду работать. Все понарезал, закинул, пускай тушится. А я пока закручу помидоры. Пойду баночку сейчас помоем. Я 1,5-литровые банки закручиваю. Но надо сначала тоже все поприготовить. Ну вот как-то вот так. Помидоры залил. Сейчас они минут 20 постоят. Потом солю, по новой закипячу и опять туда. Ну а эту вот баночка у меня такая хорошая получилась. Еще одна. Там еще маленько осталось, но на банку уже не получится, поэтому смысла нет ее ложить в банку, потом выкладывай. Это я уже потом покушаю. Вот и все. На зиму. На зиму будем кушать. Вот тут у меня еще осталось. Ну это мне перекусить. Завтра еще одну баночку закручу, потому что там у меня баклажаны уже. Если я сегодня попаду в центр, то куплю болгарского перца, потому что мой болгарский перец, ребята, вот такой. Ну, вы видели, вот я резал. Плохой, короче, болгарский перец у меня в этом году вообще. Ладно, пойду спрячу их под одеяло. Ну, одну, потом вторую. Вот такие вот маленькие яички. Ну, они только-только начинают. Поэтому яички маленькие. Прикольно. Так, ну что, тут уже пора, наверное, не сливать, да? Ну и вот, вроде управился, пару баночек закрутил. Сделал вот салат баклажанный, что ли. Перец, лук, морковка. О, чеснока не кидал. Вот. Баклажаны. Помидоры. Вот. Ну, салатик такой. Все вкусно, зимой съедится, никуда не денется. А я сейчас сделаю себе кружечку чайку, попью чайку. Здесь, правда, жарко. Я и двери пооткрывал, чтобы хоть маленько протягивало. Вроде на улице маленько там неплохо. Маленько лучше, чем вчера. Да пойду, надо картошку перебрать. Там ящик картошки остался, надо его перебрать, в погреб убрать. Вот. Погреб, короче, потихонечку втаривается. Ну, до следующей осени времени
много, так что съедится. В общем, как-то вот так. Смотрите дальше. Буду показывать, что буду делать. Ладно, ребятки, пойдемте картошку перебирать. Немножко осталось тут. Ну, я думаю, что едовой тут ящик-то будет по-любому. 5 ведер картошки здесь вообще. Посмотрим. Может, чуть больше ящика подглядим. Поберебираем. Все, весь картошка у меня закончена. Вовремя попущу. И все. В этом году с картошкой от этого нормально вообще прям срослось. Ну, вот так примерно. Еще 1,5 ящика. Насобирал. Все, но это на посадку там пойдет. Весной все равно буду перебирать. Какая покрупнее, на посадку. Такую мелкую-то, конечно, что с ней делать. Тоже, вот видите, гнилые нет-нет. Попадаются. Надо перебирать. Убирать это гнилье, потому что из-за них потом картошка будет другая гнить. Ну, мелкой хватает. Ну, мелкую варить, да. Собака, ну, толочь. Когда толчешь ее, они ее едят. Ладно, пойду в подвал все это дело опущу. Картошка хорошая, конечно. Дред. Дред. Ну, тоже пойдет на еду. Видите. Ну не все, надо немножко оставить на посадку, чтобы хорошие картошки, чтобы не садить вот такую. А то будет, как в этом году, там в конце садил. Такую мелкую. И мелкая вся повылазила. Вот. Так что, вот такие вот дела, ребята. Картошкой втарен. Соленья, варенье понаделал. Луку нормально накопал. И еще я там брал, на следующий год я посажу этот лук. Взял там, о, такой какой-то длинный, прикольный, не знаю. На следующий год буду его садить тоже. Так, отсюда надо уходить, потому что я так и буду здесь сейчас ковыряться. Хорош. Это я сейчас соберу. Ящики у меня есть. Все. Тоже в погреб опущу. Ну вот. Еще 3 ящика вот таких вот. Такое. Ну там едовая тоже есть что-то. Я так смотрю. В общем, все, картошку перебрал. Сейчас эту тоже в погреб опущу. Да. Надо убирать здесь эти целлофаны. Рядом наводить. Ой. Нагревает. Уже 31. Вообще жесть. Вот такой вот лук. Длинный. Мелкий, длинный. Да, нормально. Сухой. Я специально его подвесил. Мне хватит покушать. Ну и картошки вот. Тут целая гора. В общем, вот так все это выглядит. Сейчас еще, что надо, сейчас, ну не сейчас, а вообще, я говорю, в огороде, что осталось, морковку надо будет выкапывать, перетирать, но это уже попозже чуть-чуть, как это, с петухами начну разбираться, чтобы морозилку включить, потому что у меня в этой морозилке, ну, в холодильнике, места не хватает, там, я собакам покупаю, там, кости, и она у меня там забита. Вот. Ну, в принципе, что? Морковку потом. Буряк, ну, свеклу. Тоже надо собирать. Ну, пока еще рано, пока не высохло. Петрушку надо пойти выкопать. Убрать. Потому что если останется, на следующий год повылазит по всему огороду. Как укроп. Поэтому возьму, наверное, лопату, пойду поубираю петрушку. Что с ней делать?
Сосед пришел, нарвал. Ну, не этот сосед, другой. Пришел, нарвал, сколько ему надо было. А мне не надо, я себе сделал на зиму. Укропа, петрушки мне там хватит за глаза. Ну, и так я насушил его, положил, у меня там сухого лежит много. Так что я не пропаду. Вот, в общем, ребята, вот так вот начинается у меня день. Сейчас пока все, я шевелиться не буду, сейчас пойду за компьютер, потому что на улице уже дышать невозможно. Пойду за компьютер, сяду, поработаю маленько. Вот. Ну, а к вечеру посмотрим. Я хочу залить эти, там 3 столба у меня, надо залить их. Где поцарапал нос, вообще не знаю, очки что ли, очками. Долго стримил, много стримил. В общем, вот так. Я еще раз вас всех благодарю, ребят, за помощь. Спасибо вам всем огромнейшее. Пойду сейчас помыслю, как колесо выписать. Потому что я думаю, что в Кущевке колесо будет намного дороже. Вот. Помыслить, как колесо выписать, да. Смонтировать вам видео. Все, понравилось видео, ставьте лайкосик обязательно. Не забывайте подписаться на Яндекс.Дзен, на канал. Ну и все, всем пока.